Сегодня 2 февраля 2019 года, мы находимся на Бали и проводим открытую встречу с жителями этого замечательного острова. Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, Хамиля. Готовы ли вы ответить на наши вопросы? Одежи курды зукоды, а башра машрапата. Да, я в активе, я дижи башракада готова отвечать. И жуку-жуку работы масрапида. Действительно, остров удивителен. А башра басра харабата ходы. Очень много активных кодов то башракада по развитию, по знаниям. Дается в этих мембранах. Хит жуку рубашу коды до басрапата. И система энергополей располагает именно дужу руку работы. Активизировать ваши программы ума до басра харабата. В этих полях у дужу кода активную информацию для развития в обиходе. Римушу дужу Это единственное место созидания, где активно, активно работают именно женские активные энергии. Если рассмотреть голограмму мира, всего поля Гаи, здесь действительно активные энергии, и именно женского поля, где нигде не имеется в наличии в материале. Поэтому ваше сознание, ваши активные поля, активно находятся в состоянии покоя, находясь здесь, в этих базах, в активе модуля, активно испытываете состояние комфорта, гармонии, потому как энергии сильны сполна, а больше же работают именно в этих кодах. И насколько ваше сознание сейчас позволяет вывести активные спектр вопросов, мы с удовольствием на них будем отвечать. Стоит ли жителям этого острова опасаться каких-то стихийных бедствий в ближайшие 5-10 лет? Дело в том, что сейчас это же рабочий ход на Гае, в вашем временном коде, это же рабочий ход вашего линейного времени, это же ваша храбата. В матрице происходит система очистительных процессов. Это же рабочий ход. Очищается система состояния монадических звеньев людских параметров, это ваша храбата, соответственно, система голограмм, это же рабочий ход, все, что называется у вас территориями. Римаш-Рапата, не только система этого острова, как система это же работа матричного кода, Хирамаш-Рапата ведет очищение в полях, а больше это работы. Ведутся очищения абсолютно по всем активным матричным кодам территорий. Все это связано с водой. Вода является единственным программным обеспечением Дымашрапаскана, который несет за собой основу именно очистки для системы кода душ человеческого фона Машихан для территории и коды. Поэтому эти коды Хадамасрахарабата активно выстроены именно через дежурботы, через Бишракада, разные воды. Басрахада это дожди, это вода из этой же работы, идущая с земли, рихмастра машра басра пата. Это все дается для того, чтобы очищать сферу созидания всех накопленных негативных баз. Поэтому те катаклизмы, которые возникают в системе эфира, хирабашакорбашакода, они четко настроены для того, чтобы очищать сферу, в первую очередь, гаи, а бушажургота масахада, соответственно, даже корбота. Вы, как человеческие существа, также активно работаете, нарабатываете разные негативные программы. Римашрамасахана, засоряете эфиры, даже курбошекоды. Соответственно, ваши коды точно так же очищаются с помощью этих полей. Римашрамасрапата, если говорит, будут ли наводнения, катастрофы, даже коды, различные формы происходить именно в этом матричном коде, даже рупотахада, они будут планомерно выводиться в полях, даже рубошекоды, но остров будет существовать и даже рубасрахада еще многие века. Ризабашрабасаха, на вашем времени, кроме того, что активная вода, дебашрахада, активные дожди, даже курбошекоды и активные системы состояния внутренних вод, Рамашрахан, то, что происходит из земли, даже корбота Масрахада, они также будут активно давать наполнение, художирпоты, но при этом Басрабасхан, человеческие системы сути души, они не страдают, Ахирабашрапасы, даже коды, да, они вырабатывают эмоциональные коды, это опять же нужно для того, чтобы даже коды местные жители Бишрабасхана активно стремились более на качественную работу и активно Башируку-Рубосараху-Рубота открывали для себя новые возможности для системы жития. Режер Басрахада. Поэтому, если говорить Жукурожу Коды, уберется ли этот остров, уйдет ли из голограммы Хида Машхана, точно нет. Недавно проходил ченнелинг про свободу выбора. И всем он очень понравился, но есть уточняющий вопрос. Как мы поняли, что на разные вибрации у человека есть разные сценарии событий. И, соответственно, на вибрации 10 тысяч и на вибрации 5 тысяч если человеку суждено купить дом или выйти замуж, это будет тот же самый дом, тот же самый муж, или это будут совершенно разные люди, разные здания? А больше же он даже коды за башакада. Голограмма будет в присутствии поля одна.
Больше рожи работы бата, но система энергообмена, то, что происходит уже рукой кода в обменном поле любой проектной работы, хира башрапата будет согласно тоже работы вашему мембронному полю происходить. Риба шрапаса хада, соответственно, если вы низковибрационные голограммы тоже рукой работы хада, соответственно, в этом созидании поля будут происходить низкие поля актива тоже рукой хада, что дает вам выработку и активизацию. То есть предмет и партнер будет тот же самый, эмоции будут другие. Тоже мастер-хада, выработка будет разная, да. Еще один уточняющий вопрос про свободу выбора. Мы все знаем, что кофе вредно, и вот человек проходит мимо Starbucks или какой-то другой кофейни, и у него приходит мысль, что «а не выпить ли мне чашечку кофе?». Но вслед за этим приходит другая мысль, что «нет, кофе вредно, я его не буду пить». И начинается вот это вот колебание. «Хочу кофе, вредно кофе, не буду». И все-таки он идет, выпивает, и его начинает мучить совесть. Что в данном случае приходит от высшего «я» и что приходит с другой стороны? Улишит уже от эхера масропата. Здесь нужно смотреть по уровню сознания, потому как система активности ваших баз, джуку работы, осознанных существ не позволяют формы системы созидания бушерохой работы, работы на негативное поле, хера масропата. Соответственно, те сознания, которые ресурсно еще принимают, это масропата, эти деструктивные программы, джуку работы, соответственно, они еще не готовы восприять мир иначе, рабашкады, выйти в качественную работу. Режерку работы. Но при этом, когда человек выбирает масропата, хейда испытывает определенные эмоции, состояние в активе, Рибшерпашерпасрапата начинает эмоционировать, надо, не надо, буду, не буду, хиджикурбошер-коды. Соответственно, эти коды тоже дают определенный эмоциональный ход. Хирмашермасрахады. И душа в это время вырабатывает определенные энергии. Рижербасахады. Соответственно, это запланированный сценарий худжикожи-коды, который несет за собой основу того, что вам нужно выработать энергию с помощью этого инструмента и ввести в работу. То есть и желание выпить кофе, и сомнения в том, что этого делать не нужно. Мошрамасрахада. Несколько энергий в полях восполняют, да. Это все приходит от высшего я. Дошрабадахада. Абсолютно все мысли формы, жирку-жироты машахада, абсолютно все состояния ваших мыслей пакетов, тужирбаса-кудужикода, активно работают через высшее я. Дамасрахарбата. Вы согласно своему сценарию работаете в этих полях, худужикурбошикода. Соответственно, каждая система дежибата, приходящего человека, дужирупоты, программного обихода, хирмашрахада, каждая мысли формы, ведущая вас в системе определенной дороги, дужикурбошикода, ботахона, несется система активности только по сценарию заложенного дуже кода, вашим высшим я в кодах. Рива срываса када, соответственно, дежибашрахан, ни одна мысль не приходит просто так. Если я кому-то дарю бутылку водки, я нарабатываю себе плохую карму. Но если я принес кому-то стаканчик с кофе и знаю, что человек потеряет свои вибрации при этом, но при этом я ему сделал приятно и себе сделал приятно таким подарком, что мне будет за такой подарок? Лежу Машракора Бошакада. Каждое сознание находится в системе голограмм того, что Дубашрапасахада. При любом событийном ряде Дужурвота Машракада происходит система событий эмоций, хижику же работы хода. Соответственно, когда человек испытывает определенный спектр эмоций, хира Машракада, вы подарили кофе, соответственно, человеку сделали благо Дужукода в его формате сознания. Рима Сарамасрапат, он испытал благо, соответственно, выработал эмоциональный актив Дужурвота, соответственно, система проработала определенные эмоции. Кожи боты. Точно так же вы, даря материал хиромасрапатхада, точно так же испытываете определенные программы хиджуруботы, хиржуруботы масрапаты. И та и другая стать при этом несет определенную программу работы, хиробашикада выделяет каждую свою энергию. То есть такие подарки делать можно, ничего за это. Доши мастера работы, индиды масакада. Каждому по уровню сознания, опять же, дежи работы масса, дежи када. Вы знаете, кому идете, дежи бата, что несете, рижи рубаса, бата или хида. Ваше высшее я подсказывает эти активы, дежи бата хана выстраивать в голограмме, хиржу работы. Поэтому все запланировано, все в коде. Вы рекомендуете читать молитвы, и, соответственно, молитвы бывают на старорусском языке или переведенные на современный русский. Есть ли какая-то разница, какие-то более ресурсные или менее ресурсные? Ожи Мошермасрахада, вы собраны с разных миров, с разных состояний. Мджи Курбошераку работа. Ваша монада накопила абсолютно разноплановый опыт. Бошероды Сиды, Бошероды Хромасрабасакада. Соответственно, ваше монадическое звено имеет разные системы эгрегорных баз, дуже кодом накопления своего опыта. Римасы Машрабасакады. Вы пришли не просто так сюда, в систему дуже работы хода строить земные программные модули хиромашермасканы, пройти определенные цели и задачи. Режу кору бошер хода. И согласно накопленному опыту вам выстроены домашерпасканы определенный сценарий по системе этой голограммы хиробашикады, вы проходите этот путь. Режу розу кода. И что происходит? Хиромашермаскан, какой эгрегор взять? Хиромашермаскан, на какую территорию риба срывата прийти душе домашерпасканы и активизировать себя в этих кодах хиромашикады. Это все запланированные коды согласно голограмм матрицы. Риба шеркана, согласно тому, что ваша душа
накопила в эту Масахана во всех реинкарнационных сегментах, во всех полях. Риба Ширакада, что не заработала для Басахарбата, что требует определенного внимания, Хира Басрабасахана. Соответственно, вы и выстраиваете сценарий Дужугурбота, то есть ваше высшее я ведет определенную работу. Рима Сракана, вы лишь аватар Дужугурбота, и согласно магическому звена Дамашрахарбата, вы идете по тем кодам, которые Дужукоды ресурсно вам запланированы в этом поле. Хира Машакана, пройти эти поля Дужугурбота, наработать определенные вибрационные сегменты. Риба Ширакада, выработать эмоции Дужурбосухода и прийти в состояние опыта. Рима Шоуда Зехада Хада. Это все запланированные сегменты, которые Дужурбота, а от вас абсолютно никак не зависит в обиходе Хира Машарпата, потому как вы работаете только через программу ума. Риба Ширапаса Хада. Эти программы вам даны каждому Дужурбота в своем объеме. Риба Ширапаса, но система ваших мыслей, формы, мыслепакеты, которые поступают, и Хира Машакада, это четко заложенный сценарий для того, чтобы прошли этот путь. Рима Широзы Баса Дида. Соответственно, нельзя пропустить события об Ширакурботе. Никак не получится выработать у Рабашакана определенную энергию, которая создана для вас в материале. Риба Ширабасарпата. И вы латаете дорогу для того, чтобы активизировать себя, Дужурбота, Мосахурбота, накопить опыт и выработать ту необходимую энергию. Риба Ширабасакана. Вам кажется, что вы сами, Дужурбота, вы владыки, и Басын Масархарбата, вы сами строите себе поля. Риба Ширакурбота Маса Дахида. На самом деле система настолько ресурсного актива Дужурбашакана работает с вашим сознанием, что Дужукоды, каждый момент жизни Дамашракана, каждая секунда ваше состояние линейного времени расписано в материале. Риба Ширакурбота Маса Када. Соответственно, все состояние, которое больше Ширакурбота, ресурсно работает на том, чтобы активизировать их и Дужурбота Масархарбата и дать вам возможность активно и качественно существовать. Риба Ширакурбота несет за собой основу только качества. Хира Машармасахана. То есть вы обнуляетесь, трансформируетесь, Риба Ширакурбота. Вы проходите каждый опыт, и Масармасахана, и каждый опыт складывается на вашем магическом звене. Риба Ширакурбота. И только при отработке определенной формы Хира Масархана вам дают уже более качественное ресурсное состояние. Хира Башакан, душа имеет право выходить на планетарные составы, на качественные системы программ земного модуля Хида Машракана только при наработке разных ресурсных состояний. И все-таки возвращаюсь к вопросу про молитву на старорусском или на современном русском языке. Какая из них будет более ресурсной? Мишер Маши Дужурбосы Баты. И если говорить о том, Дужурбосы Коды, насколько ресурсное состояние сознания берет какие коды, а Боши Рубаса Кады. Соответственно, от формирования поля, то, что заложено в монадическом звене, от той матрицы, где вы находитесь, Рубаша Кады, это формы не просто так сложены. Соответственно, Хира Масарпада, каждое сознание берет свой опыт для того, чтобы активно у Дужурбосы Архана принять все или иные поля. Рима Шир Масархада. А как это происходит? Хиды же рабочие ходы, есть отзыв в душе Дамашрапата, либо я иду по этому эгрегору носителю вероисповедания Хира Башрапата, либо беру активные сегменты Дужукоды, выстраиваю другой код Хира Масаркана, либо беру все голограммы, изучаю и познаю этот мир. Риже Рошрапата, у каждого свои задачи, поэтому Дамашрапата Када, и возможно система состояния в Дижикада взять разные молитвословы, Дужукоды, мантры, Башархарбаса Када, либо эгрегорные типы носитель вероисповедания Дужу рабочие ходы, это тоже прописанные формы. Рима Шимасрапата, они прописаны лишь потому, что Дужукоды, душа может заказать разноплановый опыт Ирмашархана, разностороннее развитие для себя, Дужукоды, и взять несколько эгрегоров для того, чтобы активизировать свой модуль. Рима Ширмасрахарабата, Дузики и Декада. Кто-то проходит единый путь Ирмашрапата, берет эгрегор православия сначала до конца, ведет его Дужукоды, дабы восполнить, либо Ширмасакана, а кто-то изучает Дужукоды, путешествует, берет разные эгрегорные носители Хирмасрапата, тем самым берет все необходимые мембраны. Рима Ширбашакада, здесь нужно смотреть индивидуально. Когда-то вы сказали, что цифра 5, последняя цифра 5 в годе рождения означает последнюю инкарнацию на Земле. Можно ли рассказать про остальные цифры? Что, например, значит последняя цифра 1 в годе рождения? Лима Шинджиота Хира Маса Дужурбота. Если вы смотрели внимательно Дужурбота Хана, изучали наши знания, которые мы подаем в материале системы Дужукоды, цифровых носителей кодов, так и Машарпата. Цифра 1 – это система начала программ Дужурбота Ширакурбота, либо основы. Лима Самашарахарабата. Соответственно, либо завершение, в зависимости от кодов ряда цифр Машархана, расположенных в системе матрицы. Риджи Ширакурбота Хана, либо начало, заложенное в материале Хира Башарпата Хана, либо вновь вводимая программа. Риба Сарабасарапата. Здесь глубокий код и масса-дужур-код, изучение материала информационного поля Рима Сахан несет основу знаний, Хида Шабашрапата. Поэтому в трех словах невозможно это передать. Рима Шарабасахан, но в любом случае цифра 1 несет систему Дабашрахарбат, начало нового дужур-курбота и завершение старого кода. Я думаю, очень многие люди смотрели ченнелинги про трактовку тех или иных цифр, но не все поняли, как цифра 5 становится последним воплощением. Вот именно поэтому прозвучал этот вопрос.
А что значит цифра 2, когда она стоит последней в коде, в году рождения? Режим же работы Хирмасер Машахана. Значит, изучение новой программы дуже кода принесло свое завершение. Соответственно, Дебашахана душа. А Басар Харбасахан выходит уже на планетарный состав, дабы дежирпата выходить на новые качественные работы. Хирбашакура же коды. Изучив материал кода, системы воплощения земных программ, Хирмасер Патаха дуже кода боты выходит на более планетарный состав активной формы. То есть можно ли сказать, что все люди, у кого год рождения заканчивается на цифру 2, это планетарные души? Больше Машахан, нужно порядок цифры Диджикарбатахана изучать активно, потому как каждая цифра имеет значение. Хиджукурожукурбота, соответственно, если соседние ряды Дмашарпатхана цифрового ряда активно Дибашарпатхана имеет какую-то структуру, соответственно, здесь целые знания. Диджикурбота – это наука. Римас Рамашахан, невозможно одной цифрой исчерпать всю информацию Хирмашрамасарпата. Здесь должно быть изучение четко отформатированных мембран цифровых носителей Хидабашакада, дабы понять свое существование. Хорошо, мы проведем отдельный ченнелинг на тему цифр и значения в годе рождения. Тогда такой вопрос. Почему человек не видит снов? Лима Шермашербаса, тяжело работа мастера Харбитахина. А в частой форме системы активов и дужерукода возникает из-за того, что седьмое поле закрыто. Хирмашикана нет возможности более ресурсное состояние воспринимать как систему осознанного существа. Римшику же работа масса Дидехада. Либо система души не выбрала форму созидания, через эти проекции вырабатывать определенную энергию. Хирмашер Харбасарпата рассматривать определенные системы голограммы. Хирмашерпаскана, дабы приносили опять же душу кожу работы, эмоциональные фоны. Резервашербасарахан, потому как любой сон унесет информативную поток, и Хирмашерпат, вырабатывающий систему созидания поля, хиджирбошихода для того, чтобы активно и энергетически работать. И Хирмашерпат, и каждая душа выбирает инструмент в виде форм системы созидания сна, либо Шербасахада, либо дорабатывать определенный эмоциональный материал, а бушишикурбошихода, либо получить какую-либо информацию для того, чтобы выстроить в осознанном модуле коды. Что такое тогда осознанные сновидения и стоит ли нам людям этим заниматься? Рима Шермасрахада – это форма, это инструмент для осознания Хидабашербасакана, который несет за собой основу того, что Рима Шермасрахада, что вам показывает, что мир иной, есть новые формы состояния Хирмашрахана, есть различные формы созданий Абашахода, Абсолюта, сферы Абашрахарбата и, в общем-то, всей Вселенной. Рима Шермасрахада – душе дают возможности активно считывать эти коды для того, чтобы Дмашрахарбата ресурсно понимать и существовать в этом мире. И даже дают возможность Хирмашкан многим сознанием воплощаться в эти формы созидания Хирмашарабата и изучать этот мир иначе. Резу коды же коды Басарапасакада, потому что все хранится в магическом звене, вся ваша память. Римжирот Масарапата, вы лишь находитесь в своем сознании Хирмашарапата, вы также можете управлять своим осознанным состоянием. Римжирот Басарапата, и если вы сможете использовать все инструменты для работы, соответственно, Дежирбот Хана, вам эти коды будут доступны, и вы, Дежирбашарабата, можете путешествовать, активизировать Хирмашкан, осознавать себя в других мирах и даже больше кода, дабы понять проекцию системы Абсолюта в целом поле. Насколько опасно или безопасно этим заниматься? Рибашербасакан, абсолютно безопасное значение, потому как система дуже курбот управления сознанием – это основа, которая несет за собой режер курбоши кода. Лишь инструмент для работы Хирабашербасарпата. Никаких негативных сегментов не происходит Ижибашербасарпата. Единственное, если душа заказала форму страхов проработать через эти активные поля дуже кода, то возможность этих кодов есть. Почему некоторые люди видят черно-белые сны, а другие только цветные? Рима Шермада, зависит от уровня системы дежурбота, опять состояние вашего поля, хиджурбошикорботахан, насколько ваше внутреннее зрение позволяет, потому как либо шербазарапат, а каждый имеет 5 основных программ, тежурбота, сизания, обоняния, программа ума и прочие активы, режирбот, и насколько ваша система ячейка накопила эти коды, дебаширкан, настолько и позволяет на цветовые ресурсные программы рассчитывать материалы осознанно. Можно сказать, вот по тому человеку, который видит только черно-белые сны, что у него что-то не так, и надо над чем-то работать. Хирмашкан, нет плохого, хорошего ДВЖ-кода, есть так, не так, Хирмашкан, есть форма созидания, которая больше работает, считывается вашим сознанием в форме. Хирмашкан, скорее всего, система проходила больше воплощений земных Хирмашрапата, ярких красок Нихимасрахарбата, не определила в своем монадическом звене, поэтому не считывает форматы Божерботы, более глубокой формы Басарапасарапата, именно системы элементов цвета. Речь Роши Басарапасарапата Хада. Здесь очень сильно зависит от системы состояния ваших воплощений, ваших дужекурботы, предыдущих опытов, которые несли за собой определенную основу программ.
Может человек сам, без знания цифр, без консультаций, без всего, определить, земная он душа или планетарная? Режиме Башрапаты Дежукурбуты Дзидамасакана. А может определить, если имеется знание цифрового значения? Мы сейчас запустили эти знания для того, чтобы вы сами понимали Риба Ширкарбата, свои коды рассчитывали, дежукоды, свои фамильные ряды, дата рождения, с которой вы приходите. Риба Ширпасакана. На основании этих кодов вы можете считать Башрапата, опять же, через форум системы знаний. Риба Ширвоты Масрапата Хады Дежукарбита. Это даже коды. Других пока вариантов нет для вашего сознания в поле. То есть только через цифры? Дожи Машракада, да, цифры это все, дожи Рубошракода. Монадическая система поля выстроена через цифровые носители Хира Башрапа Сарпата, и цифры дают вам информацию. Дожи Рукоработа, к сожалению, человеческое сознание не все воспринимает эти коды, и Башрапада вы не обладаете полными знаниями для того, чтобы считывать эти параметры Риба Шрабашакада, потому как если формировано состояние сознания Хира Башрапата, ваше время, оно несет не более 2% расчистки материала знаний Хида Башрапа Сахана, хотя позволительно вам формы более глубокие познания Хира Башрапа. Вы можете тоже рабочая работа активно прочитывать более глубокие формы программы Хирмашрамасрапата. И поэтому вы выходите в четвертое пространство, дабы ощущать себя более мембраной в качественном существовании. У всех людей есть сценарий, но переход, как вы говорили, это эксперимент, и не всегда можно сказать, перейдет ли человек или нет. То есть это не запланированное событие. Рюшрамасрапата, Дежрапата. Это запланированное событие для тех, кто жушит до Башрапата, которые заказали опыт Басрахарбата пройти разные матрицы программ. Римашрамасрапата. Если третье поле мы Дижи Башрахарбата берем за основу, соответственно, вы Дежрахарбата Масрахида существуете для того, чтобы себя содержать в большей степени в активе. Решеркана поесть, попить, Дежрахарбата, пойти на работу, и в этом, в общем-то, есть основа. Рима Шармада – нарожать детей, даже работа хады, творить своими семьями, даже работа, создавать свои мирки. Рима Сандамашрах – работа. Четвертое поле, оно подразумевает более качественную работу, соответственно, Хирамашакана. Дается больше возможностей голограмм-программ, которые несут за собой Бишнажура Бошикоды, основу более открытых знаний, глубокой формы. Рима Шармасрахада – вы стали изучать даже работу хона, свои тела, свои духовные восприятия. Хирамашрапата – вы меняете ресурсное питание, хидажикады, даже работы, все, что с этим связано в обмен. На поле. Риба Ширмасрапата. И, соответственно, система сознания начинает более открыто и отформатированно работать. Хирмашакан, воспринимаете более активно, более дежурупоты, глубокие формы программ для того, чтобы вам активно существовать. Риба Росукоды, Дамасадили Хирмасрапаса, Джурубосрапоты. Но это, опять же, все заложенные коды, которые несут за собой основу того, что душа выбрала этот опыт пройти в качественную форму. Риба Ширмасрапата. Поэтому вы здесь сейчас находитесь в зале Хирмашрапата Хана. Вы изучаете дежурупоты для себя и Басрахарбата, принимаете знания для того, чтобы активно и открыто существовать в этом мире. Риба Ширбасрахада, вы принимаете разные практики, инструменты для того, чтобы прорабатывать осознанием даже Башрахарбата и выйти в качественную работу энергии. Риба Ширбасрахада, значит, душа заложила эти коды Хирамасрамасакана, активизировать себя и познать эти разные формы программы Хирамасрапата разных матриц для того, чтобы дежурупоты пройти этот опыт и собирать монадическое звено. Правильно ли я понял, что уже перед воплощением сюда было известно, перейдет ли человек в четверку или нет? Рима Ширмасрапата Джирупосахода. В любом случае, Башрахарабата Манада заказал этот опыт, и Хида Жиркожирботы, и пока не соберет все земные программные модули, Хирмашакана, опыт, энергии, поля, Рима Ширбасрахарабасарпата, она будет сюда воплощаться столько, с той Жирбасарпата, чтобы собрать все активные сегменты и выйти из этой матрицы. Рима Ширбасарпата, если не в этом воплощении, соответственно, в следующем пойдет. Рима Ширбасарпата, эксперимент Рихурубужикоды Зибасакана. Так как это система экспериментальная четвертого поля основы. Риба Ширбасакады, вы находитесь именно в этой матрице времени. Хираба Ширбасакады, соответственно, по сознанию Хираба Ширпата, в любом случае, душа Дежирбасакады, дожи коды, эти коды будет собирать. И Хирама Шакана, в этом воплощении, либо еще раз придет сюда Хиджирбашикоды, поэтому активно сейчас идет работа в Масрама Ширпата, либо закрывают поле через смерть и переходят в четвертое поле Риба Ширбасакады, либо в системе осознанного состояния переходят дожи коды через осознанный модуль Риба Ширбасрахан, но при этом система четвертого поля в любом случае будет набираться Хирамашрапасхада, либо формат линейного времени сейчас, либо Ширкарабата, либо через смерть воплощаться вновь. В какой момент времени пишется сценарий для четвертого поля? В момент перехода, после перехода или еще перед рождением? Римашрамасрапата Хидажирукода. В монадическом звене он в любом случае укреплен сразу. Хирамашрамасахарабата, потому как эта система, она необходима для системы монадического кода. Римашрамасахинадзабота, Машрамхада, Абашрамасадзирупата. И решение системы в переходе сейчас, либо Дажирукода, закрыть программу, вывести из поля Башрапатахада и дать еще одно воплощение в систему земных программ. Римашрамасахарабата. В зависимости
зависимости от вашего мембранного поля решается вопрос именно сейчас. Реже рукой Жибата. Либо система тянет Хирбаширпата Карабата и ей дают дополнительное кредитное состояние Хирбаширпата. Выдается дополнительный ресурс системы вибрации для того, чтобы вы познали в этом мире Хирбаширпата, в этом линейном созидании. Римаширозербота. Если душа отформатирована третьим полем Хирбаширпата Хида и нет системы ресурсного состояния выйти на более качественную работу, соответственно, Реже Карабаширпата Хада. Программу закрывают и выводят из полей Дужирпосарбаса Тидажикада, выводят еще вновь новый сценарий, опять же, на Землю, для того, чтобы пройти эти поля, Хирбаширпата уже уходить на планетарные составы. То есть сейчас, в момент перехода, все равно присутствует какой-то фактор неопределенности, сколько людей дойдут. Маша Маса Джирота Мада. Определенность одна, что есть определенный объем системы пространства четвертого поля. Хирмашир Маскада. Это пространство, определенная систему буширокур работы матричных программ. Дыхмаса Харбата держит за счет людских параметров. Соответственно, Хирмаскада. Есть система определенных, тоже больше работы Хада, определенных числовых рядов. То, что Симасрапат, 50% системы душ в наличии линейного времени этой матрицы, Хирмашикана переводится в четвертые поля. Режер кожи кода. Вопрос другой. Справится ли система состояния вашего сознания с этим полем Хирмаширкады, допущены ли будут эти поля, зависит только от вас. Рибаширбасрахада. В первую очередь ваша система вибрационного актива Дежирбаширпата, ваши опыты учитываются в этих голограммах Рибаширбасрапата и ваша энергоструктура в целом. Рибаширман, насколько вы осознаны, насколько Дежирбаширхан вы сможете в четвертой матрице существовать? Хирмаширпата, насколько принимать ресурсное питание Дежирбаширкады, потому как система поля ДНК крови в первую очередь имеется в замене материала поля. Рибаширмаширпата. Система второй положительной крови Дежирбаширпата. Это ресурсно, не тоже просто так дана домашрапат для четвертого формирования программ. Здесь уходы забывают, здесь другие заболевания, домашрапаскан, здесь другие состояния ресурсных эмоций, рибаширпаскан, здесь другие программы, качественные, более даже больше уход, дающие вам более активные плоды именно в наработке эмоций более высокого формата. Рибаширмасаха, то есть человек вырабатывает не деструктивное состояние, даже вата, низкие поля болезни, хвори, негативы, ревности, контроль и так далее. Рибаширпаскан, да, вырабатывает качественную энергию, я понимаю, для чего дается мастерпатахан, я прохожу этот опыт, стремлюсь принять. Рибаширпаса Хада Дужикода. У меня вырабатывается более активная форма системы эмоций, потому как я Дежирухан нахожусь в матрице системы четвертых пространств. Рибасантабасрапат. И все эти системы полей, естественно, даются только для высоковибрационных состояний Хирмашрамада. Поэтому сейчас путь открытый для вас. Хирмашрамасрапата. Вы активно изучаете этот мир через систему Дужирупота, но вводимых инструментов работу. Рибаширпаскад. Это практики, это ресурсное питание, ход Дужирупота. Вы занимаетесь собой для того, чтобы выйти в это качество и поддержать эти матричные коды. Римус-Румус-Рахода. Те сознания, которые берет Хида-Жибас-Рахада, соответственно, и активизируют мембрану поля Хирмаш-Рахада, и вы выходите в эти состояния. Хирмас-Рахана. Те сознания, которые не справляются естественным процессом, дорабатывают третью форму Дубаш-Рапата и остаются в этом созидании до конца, до Дужи-Кода, этого линейного поля. Очень интересная тема с группой крови и резус-фактором. Я думаю, мы посвятим отдельно Чен, потому что это интересно каждому. Хирмаширпасахана, да, группа крови, она очень важна для каждого. Это Хирмаширпата. Во-первых, те люди, которые имеют разные резусы факторов, то есть жирпаты, разные группы состояний Хирмаширпата, естественно, посланы от определенных цивилизаций. Римаширмаширпата, Дужикода, плюсы и минусы резус-факторов несут тоже за собой основу того, что Бишербашикана, определенная цивилизация закладывает определенное поле кода ДНК, согласно вашего монолического звена. Римаширмасрахада. Соответственно, формируется для вас кровь и Хирмаширпата. Вы воплощаетесь с определенным состоянием сюда, Хирмаширпата Хада. За состояние крови вам назначаются определенные голограммы заболеваний, хворей, комов энергетических и прочих элементов, тоже больше кода, которые и дают для вас определенную систему инструментов для работы, для вашего сознания и качественного состояния. Римаширмасрахада. Поэтому это одно за другим несет за собой следствие Хирмаширмасрахарбата. А следствие того, что больше рабочих кода, что наработал ваше монадическое звено, в первую очередь, Хирмаширпата, соответственно, вы пришли сюда с кровью с определенным составом. Когда мы употребляем алкоголь, на какую чакру или чакры это влияет? Римаширмасрапата Хада. Естественно, это деструктивные инструменты. Хирмаширмасрапата, он влияет на все матричные коды систем программы. Хирмаширмасрахада. Слабеет систему энергоструктуры, рибыши коды по принятию этого сегмента химической формулы. Хирмаширмасрахада. Соответственно, все программы буширокурбоши коды снижаются также в обиходе. Хирмасрапата. Соответственно, система влияет на первую чакру в первую очередь. Рижи курбоширпота. Соответственно, на четвертую поле, потому как снижаются эмоции. Димаширмасрапата и на ваше сознание это седьмое поле и шестой актив. Сигареты на что влияют? Мошермада, то же самое. Дежукурбос антимас иди, дежукурбота мисселих масропата. Это деструктивный инструмент, который внесен цивилизациями для того, чтобы бишер ваши тоже курботы, для того, чтобы выработать к вам определенные...
состоянии хиромашермасхана и при нехватке никотина это же работа, у вас определение эмоций становится бадхан в деструктивном состоянии более активной в базе. Хиромашермана, соответственно, влияет на все чакры, которые дужеркоды несут эмоциональную нагрузку, физическое поле хиромашерпатхады. И можно сказать, что все чакральные сегменты центров абсолютно больше рук работы истощаются из-за этого кода. Про остальные наркотики, такие как кокаин, героин, амфетамин, то же самое можно сказать? Кожан Джуона Машрахана. Все, что касается химического состава дужеркоды Босакона, деструктивное поле, это снижает модуль системы активности, да. Марихуана на какую чакру влияет? Режермаса джурот, интеримашрахарабат, это дезукода зехида, так как это система не химического состава. Активы дежуркоды, это растительное поле, хиромашрапаса ди дезукоды, башермаса рахарабата, растительные компоненты, кактусы, различные формы, которые даются из дежуркоды, из природного элемента программы. Хиромаса рамашакана, они влияют в большей степени и дежуркоды на раскрытие и расширение сознания в активе модуля. Хиромашрапата, какая-то душа берет для успокоения, хиромашакана является инструментом для того, чтобы дежуркоды создать определенные мысли формы и активизировать себя от жибата во внутреннем состоянии. Режер работы демасахана. Кто-то берет для активизации этот инструмент хиромашерпата хода, потому как влияет на активизацию именно поля работы хиромашермасрахада. И в целом, если говорить о системе создания этого инструмента, влияет на шестую и седьмую чакру в активных полях. Ремешермашерхода. И, естественно, если рассматривать коды третьего формата, четвертого поля, хиромашермасрахада, так как вы знаете, что третий формат предусматривает программы Бушрожи кода, деструктивной проработки, соответственно, хида басрапата. Все системы состояния и дужукоражи работы хада через даже марихуану, хиромасрапата, они отрабатываться могут в деструктивном модуле хиромашрапата. То есть можете вырабатывать какие-то негативные программы. Хиромашрамасахада, если вы осознанно существо в четвертом формате, применяете этот инструмент, рибашрабашахана, как правило, это для расширения сознания и для новых кодов, дыхмашахан, для раскрытия, для созидания хиромашрахарабасахарабата, для того, чтобы ваши мысли формы были более активны, дужукоражи работы для дальнейшей работы. Мишрамасрапата зависит от того, дужеркоды, где находится ваше сознание и в каких кодах, машерканы, в какой матрице. Вы сказали, что алкоголь и сигареты деструктивно влияют на чакры, а марихуана позитивно, конструктивно. Аримашрамасрапата, эмадзимасара, хирабашеркада. Марихуана никак не влияет на физическое состояние аватара, хирамашрамаса, дужеркоды, влияет на осознанный модуль машерпаты и программу ума. Рибашрапасахада, соответственно, системы состояния этого инструмента влияют на шестое и седьмое поле. Хитажукурбошикоды, а эти коды только работают на раскрытие и в исполнении хирамасрамасрахада. Поэтому в целом можно инструмент рассматривать как благий ресурс для созидания человека. Такие два инструмента, как псилоцибиновые грибы и ЛСД, они в чем-то очень похожи, но один это синтетический, а другой природный. Режрошибата. Все, что касается природного материала, эта система дается для расширения хиромашеркан. Синтетическая форма, только деструктивный инструмент в голограмме. То есть ЛСД не употреблять. Ожимашрабата – тоже работа. Если смотреть по инструменту химической формы, то, естественно, нет, да. Во время просмотра фильма ужасов мы испытываем страхи и какие-то деструктивные эмоции. Насколько снижаются вибрации при просмотре таких фильмов? Алимашрамашрахарабата. Как работает голограмма хиромашрамасакана? Вы каждый являетесь наблюдателем хиромашрапасрапата. Вам определенные системы картинок даются в сценарии рибашикоды, фильмы, работа людей, химашакана программ и так далее. Хиромашрахарабата – это все голограмма матрицы. Рибашрапашакады. Когда ваше око, либо ваше внимание вступает в определенную работу хидабашрапасрахарабата, вы испытываете определенное эмоциональное состояние. Рибашрабашакан. Значит, душа заказала этот опыт пройти, дужукоды выработать, активизировать этот модуль, башрапата сложить все эмоции в монадические звенья. Рибашрабашакада. Каждый человек, работающий в системе состояния того, что башрабашакода вырабатывает эмоции, это ваша работа. Хиромасрахана. Поэтому вы сценарий, вы в игре. Рижрожироды, басатилихтермасрамасрапата. И когда душа активно работает, естественно, вырабатывает массу активных энергий, джибашакан. Неважно, низковибрационные, высоковибрационные, это все энергия поля. Рибашрабашрапата, чего и складывается система состояния, это же уходы вашей качественной работы. Появится ли в ближайшие 3 года какая-то новая социальная сеть, популярная? Рижрабашрапатахина, да, будут приходить новые сети, активизировать сайты башрабасакан для того, чтобы опять же ваше эмоциональное состояние были активны в полях, да. Какая сеть будет самая популярная через 3 года? Художник, который нарисовал картину и был при этом в очень каком-то грустном, подавленном состоянии, в унынии, человек потом приобретает эту картину и вешает себе на стену и каждый день лицезреет. Влияет ли это как-то картина на этого человека? Режиссер работы Хиромаса Дижибасрапада. Любая голограмма, которая внедряется в ваше око, башихурботахана, либо в эмоциональное состояние, Хиробасрапад несет за собой основу. Соответственно, Дижиработа, вы наблюдаете за этой картиной Хиромашкана, вы испытываете определенное эмоциональное состояние. Хиробаширокуработа, соответственно, голограмма заказала душа пройти этот опыт. Рибасрабасахада. Все взаимосвязано, Хидажиработахана, все, что находится в системе
состояния вашего лизорного состояния, громадского, вашего эмоционального фона, ревизор вашего кода. Это все заложенный путь для того, чтобы вы наработали коды. Ну, передается ли как-то эмоциональное состояние художника через картину наблюдателя? Реже тоже, ты мастер мастера харабат. Передается самостоятельное состояние ваше, тоже больше хода, то, что вы испытываете в коды. Ремастер мастер джибата. Если к вам пришла эта картина, значит, заложена актив системы сценария, хирбашкан выработать вам определенную форму созидания. Риба срабасахат. Соответственно, ваше сознание воспринимает так или иначе, даже работает и вырабатывает определенные коды. То есть, если художник был алкоголик, наркоман, всегда в подавленном настроении, написал красивые иконы, повесить такую икону себе на стену будет благим. Римашроды, масра, дежурбос, иконы, дебасар, хирабашрипата, дижикида. Ну, во-первых, иконы пишут только высоковибрационные активы, дежурбота с определением составления задач. Чехи дежурбошрипаскан. То есть, душа просто так не напишет материал, потому как дежурокода, творческие личности, они не просто так участвуют в кодах, хирмаса, масапата, они даются для того, чтобы вас выравнивать и активизировать вас в полях. Соответственно, те люди, которые дежурходы, занимаются активно творчеством, бимашрахады, это четкие посланцы цивилизации, римасрамасахады, для того, чтобы активизировать человеческие системы, дымашрахработы, активизировать модуль системы направленности работы, хирамашрамасаханы. Поэтому все творческие люди, дежурхурботы, поэты, масахан-музыканты, и дежурхоты, художники, дымашрахады, все несут за собой основу того, чтобы развивать. Однажды вы сказали в ченнелинге про отношения и сексуальную энергию, что при половом контакте с низковибрационным партнером мы можем потерять до 500 МГц во время оргазма. Если оргазм не наступил у одной из сторон или его вообще не было, потеряются ли вибрации? Оргазм не наступил. Что вырабатывается человеком? Негативные состояния, эмоции, дежурбашарбата, хиджуркода. Это тоже коды заложены программы для того, чтобы активизировать модуль системы человеческой души, дежурбашаркода, и определенную форму проработать. Хирмасрамасрахада. Все, что происходит с вами, это все состояние заказа души, дежурбатахада. То есть то состояние, которое вы испытываете в дымашархана в своей жизни, это башарпат. Это вам душа заказала этот опыт пройти для того, чтобы собрать все энергополя. Если оргазм не наступил, и человек остался равнодушным к этому событию, потеряет ли он вибрацию? Римашрамаса джирубосу джироты сина дамаса харбаса тоды, а башарбаса диде, а башахурботы. Если равнодушие, то в любом случае идет потеря. Хирамашрапаса арбата. Если активизация, то состояние благости. То есть, если он обрадовался, он ничего не потерял при этом. Дожрамаса дидону. Дожрабашрапота. То, что выражает ваши эмоции, то и несут за собой основу. Если я купил диск с какой-то программой или с каким-то курсом, который стоит $3000, а я приобрел его за $50, создается ли финансовая дыра при этом? Риба Шербата никакой. Хирмаса Джурбота, Моса Джурбастера Пасрахана. К вам пришла программа, которая должна отработать Рижерова Шербота. И вы то, что не за 3000 купили, а за $50, вы испытали определенную эмоцию. Хирма Шербата, соответственно, вам во благость. Как правило, эмоция радость. До Шербата, да. Вопрос про истинность различных книг. Мы уже его поднимали, но хотелось бы уточнить один момент. Когда вы говорите, что в книге истинность 50% или 30%, мы поняли, что это означает, что оставшиеся 50 или, соответственно, 70 человек не считывает. Значит, коды системы для вашей матрицы, для вашего времени несут определенные знания. Рибаширбаширпаты. И знания учитываются в формате сознания человека именно на этот процент. Если я напишу книгу, которая будет состоять из 100 предложений, такая маленькая книга, там будет полная какая-то ерунда, но одно предложение будет звучать. Например, так, абсолют состоит из 12 уровней. Это будет истина. Какой будет процент истинности у такой маленькой книги? У дежироты, хиромасы, жирбасы, те же коды. Во-первых, вы просто так коды не залатаете. Хиромас, рамаш, рахада – это информационные знания, которые подаются не каждому. Риба, широба, срапата – это четко запрограммированные структуры, которые несут за собой основу направленности людей. Те же курбо, широба, сходы. Соответственно, просто так выдать материал вам не позволит пространство, не даст голограммы в обиходе и даже коды выйти в активное поле. Риба, сы, джирбасы, джирботы, Астрахада. Но коль, если созидание определенной информации несет определенный стати джурбо-шербата для развития человека и джурбо-сыходной активизации модуля системы программы ума, соответственно, есть в чем-то основа. Риба-шербастрапата. В любом случае, джур-коды, ваш инструмент принесет сознанию определенный формат башерпата знаний, соответственно, джур-коды. Какой-то процент получится для обихода джур-кода расширения сознания человеческого модуля. Риба-шербастрапата. Соответственно, есть в этом инструменте джурбо-коды, басрахарбата, определенные заложенные коды, которые несет за собой основу. Я просто пытаюсь разобраться, как работает этот процент истинности до конца. Если там всего лишь одна фраза,
истина, все остальное Башрабата, просто будет. Смотрите глубже, ты уже больше работа Масахан. Вопрос не фразы, ты Башрабасахан, вопрос системы созидания поля знаний. Риджер Башрабасахан, вы знания обретаете за счет этой же работы. То, что вы читаете, то, что вы познаете в средствах массовой информации, хир Башрабата, тоже коды. И к вам приходят эти коды согласно голограмм. Рибашра коды, но каждая голограмма, она заложена тоже работой, это Басахан. Коль вы соприкасаетесь с ней, значит, она заложена вам по сценарию. Риджер Башрабата, соответственно, она несет для вас основу. Хир Башрабасахан, основа заложена вашим высшим я для того, чтобы вы опять же даже работу выходили в качестве и вели активную работу. Рибас рвасы дозы, кирбасы лихида базакада. И это все заложено в сценарии, соответственно, хит же работа. И формат информации, он тоже дижибата, в матрице многообразен, хир ваши паты. Ваша душа берет именно тот формат, который необходим вам для созидания определенных полей событий. Хида машермаса пата, это уже запланированный сценарий. Возвращаясь к вопросу про курс или программу, которую мы покупаем очень дешево. Вы в ченнелинге про финансы говорили, что налоги нужно платить, иначе люди создают себе финансовые дыры. Но ведь люди испытывают положительные эмоции, когда они не платят налоги. Люди в тройке, да, испытывают такие состояния в Дужербошеркон, потому что рассчитана голограмма именно на эти коды. Рибасы Дужероты, Хина, Масутроты, Башерожербаса Дида, Лихтера Хремина. Поэтому меняется система формат четвертого пространства, и даже система качественной работы в новом законопроекте будет нести за собой основу системы развития человека, это Башерапарабата в малом проценте соотношения налоговых баз, Ахирмашхан, то есть в расчетной системе. Режеровошерпоты. И как раз формируется это поле для того, чтобы активно развивать человечество, чтобы все шли до работы на активизацию модуля того, чтобы развивали себя, людей, дамашикана, тело, дух и так далее. Рибашрабасар Харабаты. Соответственно, документы проекта тоже пишутся не просто так, и дужерукоды законодательством ведутся в этом модуле. Рижербасарпата. Все заложено, дужерубота хона согласно по тому, сколько необходимо кому выработать в определенном поле. Что такое астральный план? Рима Ширмаса, Дужаку работы, Масахада. Так как вы понимаете, что все энергия, Хира Башира Башакона, даже вы сами, Басатыжи Башарпата, вы часть системы энергии Абсолюта, Хира Масра Машир Масарпата. И в каждой системе сферы Абсолюта имеются разные пространства. Рима Ширбасарахада, эти пространства выделяются Дужа работы через разные ходы матрицы, Хира Машир Масакана, работающие в разных энергополях, в энергообмене. Рима Сатыжи Башараху работы, Мишарпата. И что такое астрал? Это система сферы Дужа Башараху работы, предполагающая другую матрицу, которая вне вашем формате. Рима Ширбасарпата, дающая вам формы познаний, хиромашерпады на других плотностных формах созидания. Ходы жирбошерхода, работающие в других бисиндамасахана, энергополях и дожирбарабасахады, дающие любые другие программы, которые вне вашего формата. Можно ли, а главное, нужно ли человеку туда пытаться попасть? Рима Ширмасрапада. Опять же, душа работы. Все зависит от опыта состояния заказа вашего состояния монадического звена. Рима Ширмасрапада. Если ваша душа заказала этот опыт пройти в душу кода в осознанном модуле, конечно, на Дуба Ширпад нужно брать и делать уже работу, то, что вам по духу. Рима Ширмасрапада. Дуба Сахад. Значит, душа отформатировала систему программ Дуба Ширхана познать более глубокие формы Дуба Ширхана для своего существования. Это Дуба Ширпада. А кто-то не рассчитывает эти программы, соответственно, Дуба Ширпада не интересуется этим полем. Куда попадает душа или наше тело астральное после смерти? Рима Шримада, Дужа Кода, глупый вопрос, это же все голограмма, Хира Башаку работа Мити, Далихмасра Машрапада. Все, что окружает вас, это программные обиходы, Дежирбасрапада, Дежирпота. Аватар лишь система того, что ваша Пасрахарабата вы носите в определенной программе систему матрицы, Хира Машрапада, Башаку Кода. Ваш аватар это лишь визорное поле для каждого из вас. Вот это мнение, что человек после смерти попадает именно в астральный план, правда это или ложь? Рима Ширмашра Харабата Хан. Душа попадает в монадическое звено, тяжелорошая работа Мазарпата, Тижикада. В монадическом звено идет распределение тех необходимых ресурсных программ, которые недоработаны в системе. Хида Башарбасакада. Душа отправляется в любой аватар согласно тому, что недоработано. Хира Башарпата имеет форму созидания далее. Ты Машарпат на восполнение идти. Сколько времени нашего линейного земного времени возможен контакт с умершим? Рибуши дужоты, машеркады, дижукур бошеркоды, бисинты масеркады. В зависимости от магического звена, потому как система Бушерожерпота может в системе ячейки Басарабатхан находиться в линейном времени годами, дужекоды десятками лет, а Басарабатхан исчерпывает свое время нахождения в этих базах, а Рибушерабатхан, а может реинкарнацию получить сразу, в зависимости от энергообмена, опять же, сути системы магического звена. Соответственно, если человек реинкарнировался, связь с ним закончилась? Тоже мат, конечно, да. Дежурбошерпота, хана, открывается новый голограмм, программы для существования. И аналогичный вопрос про ментальный план. Что такое ментальный план? Рижербошерпота, дежукон. Все, что вы наблюдаете в своем обиходе, хидабашерпота, есть ментал. Он для вас, дежукон, рассчитки программ. Рибешерпота, баса, дежурбаса, дежурбота, мода. То, что вы можете считывать в своем иллюзорном коде и рассчитывать своим сознанием программу ума. Чарльз Ледбетер.
Книга «Астральный план. Процент истинности». Реже рожу работы, миссии дежимас, рахарбата, дежибата. 46% активного материала, 3/4 формат, позволяет 7-й планетарный. Техника эбру – это древнее искусство рисования по воде. Эбру. Сейчас большой расцвет в мире этой техники. Вопрос такой – 3 или 4? Какой цивилизацией курируется? И по поводу мастера. Золотая Ангелина, город Киев, 6-2, год рождения, мастер 7 лет, процент истинности, какое развитие и, может быть, какая страна города. Режим работы, мастер работы, басканы. Вопрос понятен. Хирург работы, хирбаса, карбаты, джекода. Система инструмента действительно рабочая, и более открытая форма работы в 4-м пространстве Хирабаширабасакады. И вообще все формы созидания инструментов, работающих с водой, Рибаширкурбошакон, несут более открытые формы систем познания вам в обиходе, башакан, особенно в 4-м формате. Рижукоржукурботы, Басантабаширабасарапатакады. Инструмент, рабочий в 3-м-4-м мембране, если говорить осознанно, считывается Башарабасакада по программам системы 4-м сознанием более глубоко, нежели в 3-м формате. Рижирбашакада, тот инструмент, который назвали, еще раз просим прочесть. Название Эбру, Эбри, Эбру. Горбачарабатахинасканакиев. Да, и Киев, мастер Ангелина Золотая, 6 февраля. Горбачарабатахинасканакиев. Инструмент работающий, дебашарабата, 9-й планетарный состав. Горбачарабатахинасканакиев. Для проработки системы, особенно кармические связи мембрана, благо, тяжеработы родовых кодов. Да. А может ли человек на генетическом уровне изменить себя? Можно я закончу? А больше живот баса это же башра харбата. Мы вам немного расскажем о том, что генетика это башра харбата дуже кода. Она складывается не просто так. Реже росу башра пата хи дуже кода. Здесь зависит система поля ДНК крови в первую очередь. Выше курбота масса дуже боты, башра масса ты за баса када. Но вопрос управления все зависит от вашего сознания. Реже башра кана вы можете управлять любой программой. Хир башра курбота кана дизери башра пита. Если вы умеете это делать, вы в 4-м формате активны. И вопросы, да, как нужно получить эту информацию для того, чтобы понять вот эту систему? Римаши дежуоты, мастер-пасы, дежир-пасы, коды, зукожи-кода. Во-первых, это глубокие коды программ системы 4-го формата. Хирмашировода, баса, кады. Соответственно, все программы и обеспечения, которые будут приходить в ваше сознание, новых форм программ, дежир-баширпаты, это активные открытые инструменты, которые будут даваться вам в виде знаний. Режир-рожи-коды. Каждый из вас должен понимать, что система работы сознания, баширпаты, это ваше управление. Режир-рожи-работа. Человек, это мастер-работа, кана, может управлять любой программой. Хира Баширпата, когда бы определен был знаниями. Риба Сабаскан. Эти знания в 3-м формате недоступны, потому как система матрицы не позволяла хидожир-кода открыть эти коды, эти же башир-коды, потому что энергетическая система сути ячейки самого формата матрицы Дебаширкана предполагала только в работе на 5-100 тысяч единиц мегагерц. Хира Маширкада. Эти программы более высоковибрационные, частотные, которые у Дебаширкарабата распакетировку дают и Басархан через высокое сознание, эти же башир-коды, соответственно, 4-й формат. Риба Шарабасарапата. И вы только вступаете в это время, соответственно, вы можете управлять сознанием Хирмашакана, вы можете левитироваться, телепортироваться, Хирмашармасарпата. Это все управление сознаниями. Режирпата. Также можете омолаживать себя, джукода, обновлять генетическую форму Хирмашармасарпата. Это все подвластно вам. Эти же Курбосаркады. Но, к сожалению, дежирукода, так как вы существовали в 3-м формате поле, Машармасакана, эти программы дежирукода не считываются вашим осознанным модулем, потому что вы сами не мембраны, соответственно, вы берете только те программы, а больше работы кана, которые работают именно для вас сейчас. Хирмашармасарпата. Если ваша система дожирокурбота вибрации составляет низкого поля, соответственно, вы не сможете рассчитать высокие формы программ. Римашрамасрахада. Для этого вам создали вот эту матрицу программ более высоких полей, что называется 4-м форматом, где вы более ресурсно существуете, вы правильно питаетесь, вы не тратите энергию на низковибрационное состояние. Римашрахарбат. У вас тело не забирает массу энергии для того, чтобы вас дожирокоды ресурсно поддерживать в этих кодах. Римашрахарбат. Соответственно, скапливается энергия для того, чтобы вам формировать новые задачи. Римашрахарбат. Эти новые задачи и есть система новых программ, которые приходят к вам в сознание сейчас, в этом времени. Рибаширбасакан открывает вам суть нахождения вас и Хирабаширкурбота. Вы можете управлять этими кодами, но при этом Думаширпата также будут даваться через мастеров и дежиркоды, через систему знаний в обиходе Рибаширкурбота, через различные виртуальные связи Думаширпата и дежиркоды. И вы сможете активно работать. Ришакурбасакан, потому что в системе формата третьего актива дежиркоды, что вы знаете, есть процесс йоги Маширпата, есть определенная система Басадежибата, определенных практик, которые несут за собой основу только то, что могло рассчитать ваше сознание. Режим работы. А мир устроен именно так, что вы, демасрахарбата, энергетическое существо, и вы сможете матрицу рассчитывать именно в глубоких форматах, согласно опять же вас. Сахиды же рабочие коды. Насколько вы будете ресурсны сами, настолько возьмете эти инструменты для работы.
Вы говорили, что разные цивилизации внедрили на Гайю разные инструменты, такие как телефон, интернет и так далее. Какие конкретные инструменты для развития душ внедрила ваша цивилизация? Римуши животы Маша Рапласакана. Наша задача одна. Держу крупуши роботы Харабаты, Дезакиды, направить вас на систему осознанного модуля и Демашрапаты, чтобы вы развивались. Их Рибашрапата. Поэтому давали массу информации по питанию, по активности в воде, Джирбашрапата, практики и так далее. Их Рибашрапаты. Даем информацию для того, чтобы вы воспринимали эти коды, Рижраку роботы, ресурсно развивались себя. Речь Рабаши Пат. У нас задача перевести максимум форматов Дужи Рабаши Хона сознания человеческого фона в четвертый формат, дабы вывести на качество работы Хирабаши Пат, что дает вам возможность активно существовать. Речь Рабаши Работы Дабаши Рапат Хан. Нам нужно Дижи Работы сформировать поле монадического звена Дужи Рабаши Рапат Хан Дужи Коды, чтобы вы вырабатывали активную энергию и Думаши Ракан, то есть качественную энергию для того, чтобы активно существовала Гая. Речь Рабат, если глобально смотреть. Хирабаши Рапат, а коль Гая будет выделять более открытые формы системы Дужи Рабаши Рапат, более качественную энергию, соответственно, для абсолюта это благо, в том числе и для нас. Речь Рабасрапата Хада. Поэтому наша цивилизация несет только основу того, чтобы дужеркоды вы вырабатывали качественную энергию и Димашрапата Хана, соответственно, Гая выделяла эти поля. Реже дожи коды массы дежимаш рапасрахана. Мы все работаем на единую структуру для того, чтобы всем активно существовать, и нам, и вам, и хида башрапасрахарбата коды закада, чтобы все вырабатывали энергию. Реже рожи работа хана. Когда человек не энергоемкий, хида башрапасрахарбата, когда он уже в заболеваниях, соответственно, его закрывают. И хирмашрапат не выделяет энергии, и дожи работа хона душу переформатирует в магическом звене и выводит другие формы программ, думашрапасхана на планетарный состав, либо земные модули, для того, чтобы дальше ячейка выделяла энергию. Хирмашрапасхана. Поэтому, если исчерпали свой энергопотенциал здесь и сейчас, соответственно, вас закрывают, вам дают смерть, и вы выходите из этих полей. Технология 5 Dimension, технология изменения сознания, автор Сергей Долматов. Процент истинности и эффективность данной технологии. А Рижу Кружу работы Межрамаса Хан. Инструмент рабочий в третьем-четвертом поле. Башрабаса Харабата, но больше рабочий в системе третьего активного модуля для сознания сейчас. Риби Шрабаша Курубота Хана. Истинность Дижа Харабат 52%. Активное поле по третьему формату. Хирбаш Код 7 планетарно ведет. Книга «Курс молодого творца. Путь к осознанности». Автор Ян Маричи. Дуже рожь роботи Хирмашрапата, известен инструмент Хирожукурбошикоды, седьмой планетарный актив Хирмашрапата, 3-4 пространство для переходных мембран Хирожукурбота Мошикоды, Басрапата Харабата. Сознание 4 формата более активно рассчитывает эти мембраны и ресурсно направляет он, да. Для чего нам дается голограмма северного сияния, и как мы ее можем использовать в своем развитии? Обожирует это поток энергии, который выделяется в определенное время для того, чтобы дежурбоши коды выработать активные формы для Гаи, Рима Шрамашакана, в том числе для человеческих сегментов в обиходе базы, Хирамаса Дежурота Масрахада. То есть это форма энергоструктуры, которая трансформирует энергию Гаи и выделяет активные энергополя через абсолют. Можем ли мы как-то практически ее использовать? Реже рабочие рукады. Практически можно использовать именно в определенные даты, согласно системе сияния. Хиджи рабочие работы в Атахаде Басаканы. Есть уже практики, которые даются в знаниях, да. Пиком развития нашей души считается создание собственной цивилизации. Для чего это и что дальше? Так как мир безграничен, дежурботы, если берем в целом абсолюты Вселенную, Хирамашрамасахарабата, соответственно, каждая система должна выделять определенную энергию. Хирамашракан, для того, чтобы абсолют существовал, потому что абсолют это сфера энергетического поля. Римашрабашрапаты. Каждый из вас это точка системы созидания этого поля. Хирамашрапаты, соответственно, должны выделять энергию. Дежурбоши кода, потому как количество душ абсолютно одинаково в обиходе системы поля абсолюта. Римашрабасарбата. И если говорить о вашей душе, дежурбоши работа, она всегда будет в работе, Хирмашакана всегда будет выделять определенные составы, Башрапасрапата, неважно, планетарный состав, земные программы, Хирбашрабашакода, она будет в определенном статусе либо творцом, либо Дамашрапата активным участником Дижакурбашакода. Это все для того, чтобы постоянно открывали новые формы системы энергии. Хирмашрамасрапата, новые формы энергии, это и есть абсолют, это ваша сфера Башрафона, любого существования поля. Последнее время на Земле как бы наблюдается очень сильное разделение мужского и женского начала. И особенно как бы от этого страдают женщины в постсоветских странах. Есть какие-то
на будущее или там ближайшие годы новые какие-то ключи, то есть разработки, как вот все-таки соединяться более гармонично. Али Мушерожи Курмо Демашрака, для этого создано четвертое пространство, потому как пары будут подбираться именно по системе вибраций. Джукур Бушерок работы, то есть по осознанию системы голограмм. Римашру Мошерпата Харабата. Третий формат действительно предполагает систему выработки низковибрационных полей. Джукур Бушерокода у вас матрица так выстроена в кодах. Римашру Харабата. Во-первых, потому как система матрицы Джукур Бута работы низковибрации работает только в этом поле, именно на земных программах, только в третьем формате. Рибач Рибашикада. Поэтому вы идете по сценарию дежурбота Рбата и складываете партнерские отношения, вырабатывающие дежур-коды, в основном через кармические коды. Рибач Рмасакада. Ревность, контроль, башрапата, страхи, обиды и прочие элементные базы, которые даются вам для того, чтобы вас развивать, активизировать поля. Рибач Рукорбота. Но каждая душа приходит в работу, хирмашрапата, не просто так, а дежурбота Рукорбота. Если система аналогического звена, баса дежурбота Рбата активно работает женское либо мужские поля, Риджер Башерпата. Душа выбирает именно тот аватар, куда необходимо даже коды воплотиться, демонстрахвата, для того, чтобы отработать недостающую часть. Сесюр Машерпата. Если, допустим, при обладании в магическом звене мужской силы, Риба Шерпасрахада, обязательно душа приходит в женскую эквивалентную базу, дабы на земных программах отработать этот материал. Поэтому здесь дисгармония. Риджер Башерпата. И поэтому четвертое пространство Диджер Башерпата создали для того, чтобы вывести вас на поля системы комфорта и гармонии Башерпата, чтобы эффективно проработать вам этот сценарий. Риба Шерпасрахада. Соответственно, дежурбота. Как работает четвертое пространство дежурбасаха? Души работают и партнерские отношения, в том числе в базе хирбашакурботы, работают именно по согласно вашего кода, хирмашакана, вашей вибрационной величины. Рибашрапата, то есть вибрация к вибрации. Хитажукурбошакода. Если третий формат предполагает кармическую связь, риджибашрапата, и вы абсолютно по-разному собираетесь, и хирмашакана, вы отрабатываете все необходимые деструктивные состояния низкой вибрации. Рибашрапата, то четвертое поле, оно больше кода выводит на гармонию, на эффективность модуля хирмашрапата, дабы сбалансировать эти поля. Римашрахарабат. Соответственно, иньяни и хирабасахарабаты приобретают уже новую форму через трансформацию обнуления этих полей. Как получить коды и схемы для работы поющими чашами на очищение, гармонизацию и... Али Мушрумос Рабата, Дижарабаса Рабата. Как вы можете вообще считать свой формат системы определенной вибрации? Хирмашрумас Рабата. Вы каждый пришли сюда на Землю. Джурош Рабас Рабата. Каждый пришел в определенный день созидания. Риш Рабата. В определенные числовые ряды. Риш Рабаса Рабаса Када. Каждый может выявить свою ноту в системе своего носителя. Димаш Рабата. То есть свою вибрационную звуковую вибрацию. Это же ваш Рабаса Рабата. Согласно этой вибрации, вы можете подобрать уже больше кода через любой инструмент, в том числе и чаша, в работу. Рибас Рабас Рабата, чтобы поле системы работала мембрана для вас. Уходит рабочий работа Сарпата Хады, соответственно, принесла свои плоды. Риза Сарпашака. Например, если вы родились в понедельник определенного года, Хирмашрама Сарпата, соответственно, какая нота? До. Дыша рабочий Сарпата. Дыша рабочий Сарпата. По всем параметрам дыша работы Хана, неважно, дыша работы, исходя из инструмента в работе, Риза Карабата. Даже просто пропивая, вы можете получить активный результат. Мошермада, ну что, согласна мембране? То есть первая до и последняя си получается, седьмая. Помогает ли кремация быстрее пройти проход после смерти? И какая разница с погребением тела и вот кремация после смерти? Рима Шрамода Хирмаса Журавоты Маса Джибасра Харабата Дида Абашакуржи Кода. Вот для того, чтобы система земных программ отработала в полной... массе коди, джимашрахарбаса, джирбасахада, лучше всего босаработа оставить за собой некое звено, хирамашрахарбасарпата, то есть мы против кремации однозначно. Режирбаса, джирбаса, масса, джирбаса, масса, дида, абаса, джирбаса, мада, для того, чтобы заземлить параметры, закрыть эти коды и активизировать хирамашрахарбасахада, поэтому тело лучше джирбаса придавать земле. Рима срамашахан, даже пусть это будет в виде пепла, но придавать земле. Режирбаса, масса, джирбаса, дизлихмаса, масса, джирбасарпата, коды, работы. Но каждая матрица, она тоже просто не так собрана, Дамашрапата. Есть матрицы, которые только проводят кремации, Хирамашрамасрахада. Это тоже учитываются параметры для того, чтобы Дамашрака душе дальше либо существовать, либо нет. Вашрапата в этом пространстве, либо в этих кодах системы Земли, Хирамашрапата. Поэтому и душа в этой матрице уходит в определенных программах, в определенных территориях и в определенной национальности. Реже кожа работы Машахада. Это все точно запланированные ходы Дамашрапата для того, чтобы идти сюда на Землю, не идти дальше. Ребешрапата. И даже те ритуалы, которые по системе Дамаша Харабата, Харабата Хида, выбора души идти дальше, либо остаться в этих активах, это тоже запланированная система кодов линейного времени для того, чтобы здесь существовать и выйти из этих параметров в определенное время. Башарапата определенным ресурсным состоянием. Скажите, пожалуйста, вот новый продукт гидроплазмы, это капли для восстановления зрения. Угу. Очень быстрые.
Режим живота Маша, это жукур работа. Я еще не видела, кстати, такого. Можеронцы здесь, он здесь жукур работа. Это Адель Харабасатита, Бушероджи, Года Гамада. Формула активная, эффективная. Хиромашерпата для клетки дается бисекада, активизации именно на работу сетчатки. Хиробашерпата, активизации каких-то нейроновых кодов для того, чтобы активно существовать оку. Режербасархан, то есть выделяется энергия для системы Дежербашерпата, именно программа ока, и тогда система существовать более мембраны и выйдет яркие краски в кодах. Режербашерпата работа, да, очень ресурсный модуль, Машерпата и несет за собой основу. Это формат четвертого поля. Да, благодарю. А постоянно капать, это нормально, да? Больше живот на хиромассе, живот и массарапата. А здесь достаточно концентрированный модуль системы энергобазы хиробашарбасаркады. Поэтому сначала разводите с водой хиробашарбасарбата хида одну каплю на чайную ложку и активно проливайте в ночь. Рибашарбасарпата, диджикада. 7 дней пройдет, можно уже менее концентрат выстраивать, и хиробашарбасаркады таким образом себя насыщать. Какое значение воздействия оказывает мантра ОМ? Рибашарбасра харабата. Здесь сложены звуковые вибрации, которые ресурсно башарбашакана дают мембранному полю восстанавливаться, хирабашакана очищать и структурировать поля. Рибашарбасакада очень хорошо чистит сознание, хирамашарбата от изукода, убирает негативные коды из сознания хирамашаркана, что несут опять же за собой основу. Рибашарбасакада. Поэтому здесь собрали не просто так вибрационные активы в этих звуковых каналах хирамашарбата. В первую очередь это система дежур-кожи-рода боты, а активно работает для человека для того, чтобы восстанавливать ресурс. А какая разница, когда один поешь или в коллективе? Ремашрвосрбада, аджики, да, смотря какие задачи стоят в активе хирвожирвошукада. Если вы пропиваете один, то в большей степени работает на концентрации системы очищения своих полей. Хирвожирвошурбота, на очищение сознания эфирного поля и человеческого сегмента башрукана в виде аватара. Режирвошукада, если групповым сегментом выделяются эти кады дымашрукана, выстраивается эгрегор для того, чтобы вывести активную вибрацию, соответственно, дымашрукана работает и на очищение, и наполнение структур ваших баз. Сейчас во всем мире очень многие доктора, то есть наука, в том числе генная инженерия, работает над тем, чтобы увеличить продолжительность жизни. Но если вы говорите, есть предпосылки, что в ближайшие 20-30 лет будет придумано что-то типа молодильного яблочка. Если вы говорите, что душа определяет наш путь, и мы должны собрать то, что она заложила, то не будет ли продолжительность жизни там несколько сот лет или тысяч лет? Уджироты, Абашрамасрахана, вы совершенно правы в том, что действительно система ресурсного линейного времени для Дежибашрахана существования человека будет более мембранной, поэтому система Абашрахарбашрахана четвертого пространства предполагает наличие материала Дужирпота, поле ДНК поменять в кодах. Римашрамасрахана, что сейчас и происходит. Хирмашрамасрахарбат, вам дают знания не просто так, хирмашрахана готовит сознание человека, Рижирбашрахана выводить эти обиходы даже при состоянии сознания этого линейного времени этой матрицы. Рижикурбашрахарбаты, и с помощью того, что басы дхада усиливают параметры времени существования наземных программ, уже сейчас это так, Рибашрабашакады, даже вы в переходе получаете от 2 до 6 лет активных Машрабашакан для того, чтобы далее более глубоко форматировать эти поля, Хирамашрапата и в земном времени существовать. Рижирбашакады и любые переходные души, они даже Рабашракоды меняют срок созидания поля, системы существования Хирамашрапата, Хоработа, в среднем на 5 лет. Римасуджуоды, Зида, Абушакурбашрапата, также из-за того, что человеческое сознание воспринимает коды более ресурсные для существования хирмашрабасрапата, и вы читаете эти хирмашрабаты, вы учитываете разные системы знаний, хирмашрабаты уже иначе, в форме системы более качественной работы, соответственно, хирмашрабасрапаты усиливаются сроки созидания за счет этого состояния. Хирмашрабасрапаты, но если рассматривать программу, это уже заложенные коды, которые ресурсно вас ведут, но при этом хирмашрабаты вы сами делаете для себя. Хирмашрабасрапаты, вы же дыжиркурбота, вы уже находитесь в другом формате сознания, соответственно, вы живете иначе, нежели ранее в поле хирмашрабасрапаты, либо ваши предки в состоянии. Рыба срабашакана, только потому, что дежур-коды, спектр знаний к вам приходит, соответственно, это тоже заложенные программы матричных кодов программ времени, хирабашрабасрапаты, дежур-коды. Вспомните 90-е годы, когда были развиты алкоголь, башрабасканы и прочие деструктивные инструменты, которые ресурсно существовали и дежур-басрапаты, вели свою работу. Режибаты, сейчас же нет в этого времени, в хирабасрапаты, соответственно, демасракады-баты. Система матрицы не предполагает этих программ, и каждый человек дежур-коды берет уже более глубокие формы программ для десакана своего существования. Речь о вашей матрице харабата. Поэтому матрица несет более качественную работу, в том числе вы уже не истощаете эти мышечные работы с программой питания и все, что связано для системы дежурбата, то это изношивание вашего аватара, хирматропасакада. Вы активно существуете для того, чтобы вам дежуркоды качественно проходить этот путь созидания. И вас готовят хирматропасакан, соответственно, вам дают знания, программы для того, чтобы вы ресурсно и качественно существовали более долгое время.
В одном из последних ченов вы упомянули, что 13-й мерности не существует. То есть 12-й это архитектурное бюро, далее 13-й нет, и, насколько я знаю, 14-й тоже нет. А с 15-й происходит выход из игры в 16-ю. Что вы можете рассказать о 16-й мерности? Что происходит, когда мы заявляем свою реальность из 16-й мерности? Учишь он такие ремашеры работы Машикана. Каждый мастера дают разные состояния для того, чтобы активизировать хиромашок работы, ваши знания в обиходе. Хидомашеры работы с рыбасакады. Если рассматривать систему сфер абсолюта, то же курбочек работы. Система предполагает только 12 плотностные формы. Хидомашеры Машикана, в том числе 12-й плотностной актив, это ваши рыбаты, это архитекторы, которые созидают. Речь рыбаши работать эти коды, боты. У нас нет таких знаний, и никто вам не даст эти коды, что есть существование более глубоких форм. Риба, шербаса, дежуроты, масса, дежуко, рабос, рбата. Поэтому говорить о том, что есть какие-то другие сферы созидания и более высокочастотные системы бушерового работы, осознанных существ, которые имеются в этой басакане, в данных программных, дежукоды, модулях кода, риба, шербата, я таких не знаю. Ян Липник, Франция, коды активации АДН и сочетание их с ИГУ. Урежировать машеркада, коды работающей системы активны, хиромашеркада, ресурс системы 4-го формата, активен даже работы для переходных модулей, активен в работе хиромашеркада, 9-я подача, хирожекод, достаточно ресурсные коды, да. И то, что практика ЦИГУН, эффект от нее усиливается в десятки раз. Ремашермасрабатывает и же рабочие коды. Эти коды дали для того, чтобы взять основу, потому как для вашего существования хиромашеркан для 3-го формата эти программы считаны уже параметром, и хиромашеркан, соответственно, эту основу дали для того, чтобы ввести в работу новые коды программы. Хиромашермасрабатывает, взяли ЦИГУН как за основу, новые дежур-коды с применением новых инструментов работы. В недавних ченнелингах вы дали некоторые инструменты работы с чакрами, такие как звуковой, цветовой, цифровой ряды. Правда ли, что в начале подобных практик активация чакр, соответствующие хвори, усиливаются и обостряются? Рима Шербоширбаны, Дибасакана. Выходят камы, это так. Дижику Шербоширбасакана, потому как камы в системе Хирбашок работы, они глубоко заложены, потому как вы накопили разные эмоциональные фоны. Хирбаширбасакана, когда вы усиливаете за счет света, за счет звука вибрации, соответственно, Хирбаширбасакана, то, что происходит с вами, Рижирок работы, вы выталкиваете эти коды, Хирбаширбасакана, соответственно, физическое состояние может в первую очередь страдать, да. В третьем измерении люди страдают, болеют, курят и, соответственно, попадают под цунами, землетрясения и так далее. В четвертом измерении люди уже не употребляют алкоголь, более осознанно, меньше страдают. Есть информация, что существует пятое измерение, в котором также существуют люди, более высокие по вибрациям, и как много таких людей на планете. Либо шокуражирот или машерпада. Пятое измерение действительно существует, и хирбошокурабосы коды, но дело в том, что в осознанном модуле по вашей вибрации невозможно перейти именно туда. Рибжир вашеркада. Если третий, четвертый формат предполагает переход в осознанном состоянии, то есть без смерти, пройти поля хирбошокурабата, то пятое пространство предполагает уже работы из ячейки выводить новые коды, и башерпада, соответственно, воплощаясь туда. Рибжир вашерпада. В системе текущего времени в осознанном модуле невозможно пройти в эти поля. Можно еще последний. Деятельность Ключникова Мария Олеговна, 21.09.1993. Какая связь, с чем есть? Режиро жирбота, хирмаса жирбата. Это инструмент для раскрытия сознания, для активизации людей. Дежокурва жиркода, 3-4 поле. Риба шербаса и дежокода, 7-й планетарный активный модуль. Хирба шеркарбата, вибрация высока, башокода считывается сознанием на 57%. Те, кто смотрит нас онлайн, обязательно подписывайтесь на канал Ирины, оставляйте комментарии с интересными вопросами, ставьте лайк, делитесь этим видео. Рибаса. Дежокора больше кода, Рибаса Рехазабасарпата. Я вам желаю всех благ, будьте здоровы и в развитии своем. Спасибо всем. Молодцы.